Несанкционированная свалка в черте города. Именно так квалифицировали представители регионального оператора гору мусорных пакетов вдоль улицы Дзержинского напротив автосалонов. Когда-то здесь стояли контейнеры, жители частного сектора выбрасывали именно сюда бытовые отходы. Но даже при наличии мусорных баков тут образовалась свалка. В прошлом году отсюда баки убрали, а специальные контейнерные площадки общего пользования и индивидуальные расположились в других местах. Их несколько. Возможно, кто-то не знает и по привычке несет мусор сюда, предполагают местные жители. Но главной причиной появления свалки считают удобное местоположение. Именно тут выезд из частного сектора на главную магистраль. И знаете, у меня такое ощущение, что вот она растет. Вот мешка этого я раньше не видела, он опять появился. Я не знаю, или местные жители так засоряют, или же это вот окрестное предприятие приезжают, скидывают они сюда нам хлам этот. Но это, конечно, полное безобразие. То есть по закону сейчас процедура следующая. В случае обнаружения таких свалок региональный оператор должен выяснить собственника земельного участка, направить ему уведомление о ликвидации этой несанкционированной свалки. Если в течение 30 дней собственник участка свалку не ликвидирует, то региональный оператор делает это самостоятельно, а потом выставляет счет за свои услуги собственнику. То есть сейчас, по имеющейся у нас информации, собственник данного участка – муниципалитет.